А теперь можно уже за настоящее дело, кстати, приступить. Так. Окей. Так. Смотрим. Ладно. Вполне, кстати, можно. На самом деле это можно все простелсить. Только я не знаю, время на это тратить или нет. Ох, вот думаю, а. Стелсить нет, стелсить нет. Ладно, в жопу. Не буду это стелсить. Первый мировой банк. И мы, кстати, после этого завершим классику. То есть плейлист классики в Payday. Кстати, плейлист Бэйна у меня почти завершен. Мне осталось только вам транспорт показать. Окей, тогда без стелса обойдемся. Я думаю, Hoxhood initialized. Это не должно быть очень трудным делом. Я думаю, это будет очень легко. Итак, как завалить стелс за 6 секунд? Ну, примерно вот так. Итак, ищем манагера. Нам нужен манагер. А его нигде нет. Ну, здесь его нет. Ищите, парни, в черном пиджаке, лысый такой. Черный смокинг. Лысый. Средних лет. А, вот оно. О, я термит второй возьму тогда. Через 20 секунд они прибудут там. Пойду-ка я на улицу сразу. Поубиваю чуть-чуть, что ли. Давайте, парни, я весь ваш. Подъезжайте, забирайте. Я готов ко всему просто. Давайте, ребята, пожалуйста, пожалуйста. Ну приедет уже кто-нибудь. Ага. Oh, fuck. What the fuck? У меня сейчас головы у них не было, по-моему. Если я правильно посмотрел. О, найс, еще приперлись. Чё они как быстро из машины выходят? Да сколько ж вас тут? Ну это полиция сюда с заложниками приезжает, а вот... А все остальное не важно. Так, а что насчет магнитного замка-то? Нам бы магнитный замок этот уничтожить. Уничтожить, да. Короче, ладно, пусть пока ломается security room. Я не знаю, зачем я ломаю ее. Там просто один охранник все равно сидит. Каким извращенным способом я его убить сейчас прям могу? Я могу показать вам, что такое... Полный разрыв черепа. Хотите? Окей, поехали. Берем жасселин. Куда ты пошел? На! Это было очень больно. Так, магнитный замок на мне тогда. На самом деле я знаю, как стелс Первый мировой банк. Я его на Детвише стелсил.
только время потеряю. Тазера 20 хп. На, ёпта. Ладно, у магнитного замка тогда я посижу. Этим людям достается все остальное. Лишь патронов хватило. Так, что там? Стоп, здесь деньги? Ага, спасибо. А пейтидж, пейтидж? Нет, пейтидж. А здесь есть пейтидж? Даже... Стоп, деньги. Есть. А пейтидж же нет. Да, ты пошел. Да, я таких, как ты, режу моментально. А, взлом теперь показан, я забыл совсем уже про фокскат. Фак. Там опять у тазера 20 кп, и если бы он меня застанил, это было бы очень смешно. Наверное, надо было на дилер сейчас переключиться, да? Да ладно, вышусь, 12 секунд. Куда? О, реклама! Прямо сейчас идет раздача Crayon Manor. Заходите в эту группу и участвуйте в раздаче Crayon Manor. Мне эта игра не нужна, потому что я не хочу регистрироваться на каких-то там сайтах и потом получать игру. Она мне не так уж нужна. Окей. Так. И что дальше-то? О, черт, там снайпер прямо внизу. Что там забыл? Фак, я мертвый. Парни, давайте я прямо к вам бегу. Ладно, я встану. Пум. Окей, у меня еще одна пистол висая. Да, черт хотел сказать. Так, теперь термит. Давай, парень, ставь. А дальше я поставлю. Все, готово. А теперь тупо отсиживаемся. А вот и Кловер. 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 У тебя очень классная маска, Кловер. Ну, относительно. Это клоун с накрашенными губами. Гениально. Что это свиной нос? Или что это? Что с носом? А у Кловер без маски такой же нос или нет? Никогда не замечал. Ну, ну все, ты свободна. Я насмотрелся на тебя. Можно уничтожить все, что они здесь делали. На, на, все просто сломать. Кловер, отстань от тебя. Не преследуй меня, я знаю, что я хвост, но не знаю. Там до конца штурма он еще долго. 12 солдат на карте, 11, 12. Всех не убьешь. Там 5 снайпер. Ой-ой-ой. Нахрен. Двести урона по голове, в принципе, это нормально. От выпить глата. О-о-о-о. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Можно как-то без этого. Вроде как спаунятся эти солдаты. Вроде как нету. Не знаю, по крайней мере, у хранилища не было.
А вот здесь вот овердрилл происходит. Но это сложная очень процедура, так что не надейтесь. Ну все, да, можно. Бэйн! Он сказал то, что термит сделал свое дело. Он сказал, что термит сделал свое дело. Ну окей. Так же, как про DLC к GTA 5 с Карлом Джонсоном. Все вранье. Все вранье. О, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это будет жестко. На! Блин. Так, все, тащите, ребята. Джекет очень много говорит, я заметил. Точнее, использует записи с диктофона. Так, у нас там первые падения уже пошли. Так, сколько 6 сумок, да, надо? Да, мы, в принципе, все вытащим. Это не трудно. Интересная ачивка здесь есть. Весь дополнительный лут перетащить на плечах, на спине, в руках, в ногах, на чем и в чем хочешь. Твою мать. Вот я не люблю такие моменты, когда ты берешь сумку, допустим, да, и баб просто эту сумку у тебя отнимает, и ты думаешь, что ты с ней. А ты не с ней. Запутались, да? Окей. Я не виноват. Так. Но все равно ради этого прокачивать навык с грабанием сумок я не хочу. Есть более другие классные навыки. Inspire. Iron Man. Заземление. Да, вы меня задолбали. Дайте опустились. What the fuck? Это как я сейчас так с Baby D-Glass стрелял? С пистолета пулемета просто. Ну да, конечно. Куда ты там попрыгал? Козёл. Ребята, таскайте, пожалуйста. Все что ли? Да. Ну все, можно ливать отсюда. А у меня патрон на максимуме. Несмотря на то, что у меня инфорсер вообще не тронут. Я бегу оттуда. Ой-ой-ой. Фак, там закрыто. На, десант. What the fuck? Это как это... Меня клокер ударил, когда я был в полете. Боже. А этому похер. Он C4 ставит. О. Меня, например, поднять можно. Беги, глупец. Так уж и быть. Да чё он делает? Взял и пробежал.
Окей. На самом деле моя смерть, наверное, была самой значительной. Но не факт. Я надеюсь, он пройдет. Даже если он не пройдет, я перепроходить не буду, потому что это по сути все. То есть надо теперь только в мусоровоз перетащить сумки. В задницу это перепроходить, если честно. Мне в лом. Хуй. Мне именно. Окей. Ту-ту-ту-ту-ту. Я такой чувствую, как будто это Deadfish. Ну как так-то? Почему меня Клокер в полете ударил? Ну? You, это не серьезно было. Не знаю, я даже не расстроюсь, если всего 6 сумок утащит. Ага. А, так не грайндер, а что у него тогда? Или грайндер? Или экс-президент? Кто-то экс-президент? Тогда уж в начало уровня таким образом. Ну и все. А, тазер сдох. Окей. Я уже думал, что все плохо. Так, на карте 33 врага, и они уже не прибавляются. То есть штурм уже по сути все на нуле. Осталось только убить их. Хотя бы попробовать. Еще один бульдозер, вы шутите, да? И еще Клокер. А, ну это этот легче. Что это за перк-то у него? А, может социопат, кстати. Походу, да. Походу социопат с катаной тот самый. Да, уже шторм заканчивается. Враги больше не спаунятся. Time to leave. Ребят, сейчас запись может крашнуться, если она не крашнется, я крутой. Если крашнется, сори.